Здоровится. Отвечу на некоторые вопросы и комментарии и сделаю свои комментарии. Очень интересная работа, очень интересная тематика. Витторио Пазолини, 2 часа назад, такой комментарий. Писатель и поэт по-русски говорит с ошибками. Значит, писатель и поэт, вот я думаю, тут должна быть запятая, по-русски говорит с ошибками. Что я на это ответил? Для того, чтобы писать, а тем более сочинять, естественно, конечно, грамота нужна. Не без того. Я над этим работаю. Но оказывается, нужен, если все это делать довольно-таки хорошо, нужен определенный дар, чтобы писать, а тем более сочинять. Вот если этого дара нету, то и человек знает и хорошо правила грамматики, и сколько таких людей грамотных, образованных, я все говорю, вот, целительные силы я написал тут, донской казак. Ну что, нету людей с высшим образованием медицинским, и не одним, а многими, для того, чтобы написать такие книги? Нет, никто не написал. Что касается стихотворений, здесь тоже как-то должна голова работать. Вот моя голова сработала. То есть какой-то талант нужен. Я еще о даре не говорю. Какой-то нужен талант, чтобы примерно вот такие строки, я думаю, не хуже, чем у Пушкина. Чаек душистый разливая, о жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод, здоровье крепкое иметь, а остальное просто иметь. Ее не стоит и иметь свое здоровье, тратя даром. Ну, и это стихотворение читал. Как? Строки. И более того, это вообще большая редкость, когда слова придут к вам оттуда. То есть вы будете являться каким-то избранником для того, чтобы вот через вас это прошло. Много таких людей, да по пальцам посчитать. Так вот, когда оттуда с тобой разговаривает, я мера мироздания, просто у тебя раздается голос внутри головы, и ты записываешь, я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания, я корень слов, источник жизни и миров, я формирую бытие свое, ее, вселенной всей, источники любви своей, которой космос заполняю, я так живу и процветаю, и буду жить и процветать, любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я? Где будешь ты? Ведь я и ты. Две меры этой красоты. Почему это вот не пришло к кому-то другому? Но тем не менее есть люди, которым это приходит. Вот Олег и его пчелки, сон на Пасху, отвечает. Всем здравия. Подобное происходило со мной два раза в дневное время и в полусне. Днем сильнейшая депрессия и слабость, в полусне чье-то присутствие и страх. Это как раз вот человек чувствует присутствие потусторонних сил, особенно темных. Это как раз вот это и бывает. Ощущается присутствие, опасное присутствие, которое вызывает опасения, ну, у некоторых страх. Почувствовав некоторое время эти ощущения и вспомнив, что все от Бога, это говорит о том, что мировоззрение у человека совершенное. Не просто вот, а как защититься, что сделать, какие рогатки поставить и так далее. Совершенно иное мировоззрение, что все от Бога, все, что может тут быть, все для твоего же блага, дабы тебя научить чему-то. И вот что он делает. И тоже с любовью благодарил этих ребят за эти испытания страхом и так далее. Действительно, любовь бывает разная. Благодарил от сердца, действительно, с любовью. И все это мгновенно исчезло. Правильно сказано, совершенная любовь изгоняет страх.
К сожалению, большинство людей недостаточно любви этой высшей энергии Бога, энергии созидания и счастья. Ее нужно развивать в своем сердце, взращивать как росточек, оберегать от разрушающих факторов. Очень верно сказано. Вот пример того, что человек, ну вот, просто на язык пустится. Он под Богом ходит. Под Богом ходит и понимает, что он ходит и кому обращаться. А не просто тут страшно, что делать, как защищаться и так далее и тому подобное. Как-то я говорю, не совсем, конечно, всем это поймется. Но кто в теме, тот сразу поймет. Еще раз дарю вам свой стишок и стихотворение. Видите, вот когда человек подключен к этим творческим сферам, все для него делается. Ну, все для него делается. Важно изменить свое мировоззрение, настроиться совершенно по-иному на взаимодействие с жизненным потоком, который всякие вещи приносит. Итак, вот его стишок. Любовь – это счастье. Любовь – это свет. Любовь – это предков великих завет. Мы только с любовью мрак тьму победим. Не будешь с любовью ничем уязвим. И мир есть, и радость в любви и покой. Так пусть же она пребывает с тобой. Хорошо сказано, пребывает с тобой. Но вот. Чтобы она пребывала, что надо сделать? Это уже совсем другое понятие. Вы должны всю свою личность перестроить, чтобы вот эти слова стали вашей сущностью, основой. Всем добра, ПС, поймите, мои дорогие, все, что мы испытываем, это результат наших действий, в том числе и в прошлых воплощениях. Об этом, какие там прошлые воплощения? Да-да, и не шарахайтесь от этой темы, как от огня. Не бойтесь, заступите за флажки, изучите эту тему. Море информации вообще-то есть. Но она считается каким-то фэнтези. Мы просто неправильно пользуемся свободой выбора. А именно, создаем такие рамки, что у нас вообще ее нету, свободы выбора. Не соблюдая заповеди, то есть разрушающие действия на пространство, и пожинаем соответствующие плоды. Понимаете? Олег спрашивает. Как бы я хотел, чтобы все это поняли, и мы улучшили свой мир. Многие хотят улучшить свой мир. Многие хотят. Кое-что там делают по их понятиям. Ну вот мир, видите, какой мир мы создали. Хотим изменить мир, прежде всего, изменитесь сами. И тогда и мир изменится.